Сегодня в Берлине премьер-министр Украины Арсений Яценюк встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой для переговоров будет предоставление Киеву очередного кредита в 500 миллионов евро. Накануне Германия и Украина подписали документ, который предполагает финансовую помощь, но при этом не гарантирует ее. Окончательное решение за канцлером. Впрочем, даже если деньги выделят, никакой реальной поддержки они не окажут. Так считает один из самых авторитетных экономистов мира Джордж Сорос. В интервью газете Financial Times он заявил, что Киеву, чтобы избежать экономического коллапса, нужно 50 миллиардов долларов, причем срочно, в ближайшие полгода. В противном случае коллапс на Украине одновременно с экономическим ослаблением России может опрокинуть экономику, а вместе с ней и целостность ЕС. Европейские лидеры относятся к Украине просто как к очередной стране, которой нужна финансовая помощь, не осознавая, что кризис на восточной границе ЕС опаснее для европейской экономики и даже для выживания Евросоюза, чем выборы в Греции. Сейчас общая сумма кредитов, которые страны Запада готовы предоставить Украине, в несколько раз меньше. Сегодня в Киеве начала работать миссия МВФ, которая определит, будет ли вообще предоставлена финансовая помощь. Речь идет о 15 миллиардах евро, причем предоставлять их планируют не единовременно и быстро, а небольшими партиями в течение 2 лет. Министр финансов Украины Наталья Ереська, будучи гражданкой США, прекрасно представляет, на чем основаны подсчеты Сороса. Поэтому сегодня в интервью телеканалу Bloomberg она назвала положение украинской экономики отчаянным и заявила, что будет просить помощи не только у МВФ, но и у США, Канады, Австралии, Японии, Всемирного банка и стран ЕС.